Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Бравл Лягушонок Алекс. И мы снова записываем реакцию на старые видео, которые я снова уже не выкладывал, опять же. Сейчас мы будем все вот это вот смотреть. Ну, не все, но вот начиная отсюда, может быть, все. Короче, это будет весело, может, даже на две части ролик разделю. Будет очень классно, запасайтесь чайком, там, попкорном, чем угодно, что вы любите покушать. Если кто-то уже кушает, приятного аппетита, у кого день рождения, с днем рождения. Мы начинаем вот с этого ролика начинаем. Давайте посмотрим его. И Брик, 8 минут. Редрок Брик, и сегодня... А не знаю, зачем включил запись. Что действительно, хотел зачем? Вам показать вроде, но и как бы не вроде. Показать. А, ну да, зачем я включил запись? А может, кстати, и длинный ролик с реакциями будет, так, знаете, для любителей. Нога Эннарда! Что? Что это? Это нога Эннарда. Что это было? Что это? Это нога Эннарда. Китайского. Да, кстати, если будут посторонние звуки или сзади на фоне кто-то будет ходить... Вот такие вот постоянные звуки будут. Не удивляйтесь, я же в деревне, и я тем более тут не один. Что это? К нам еще родственники приехали. На влоговом канале ждите. Просто у меня сейчас проблемы с камерой, поэтому я влоги не снимаю. Это нога Эннарда, еще раз говорю. Эннарда. Это нога Эннарда. В комментариях, нога это или рука, и от кого это? Ну, это очевидно, что это какого-то робота, но... Вы слышите этот шум? Нет. Вы слышите этот шум? Я сам спецэффекты делал. Что это? Коробка. Что это? А, китайский фоксян. Метеорит. Что это? Фокси? Фокси the Pirate? H8+. 8+. Серьезно, Фанкопоп? Фанкопоп. Наверное, сниму. Нет, Happy Limited. Это... Нет, вот теперь мы точно поняли, что это не Фанкопоп. Потому что на фоне, во-первых, изображен офис из FNAF 2. Так, я снова здесь, просто в той штуке мне было жарко, я не предвидел. Продолжаем. Кстати, это Фокси из обычного FNAF. Во-вторых, тут в серии... Кошмарный Бонни, кошмарный Фокси, кошмарная Чика. А мне тогда вопрос. Почему здесь 6, когда должно быть 8? Сделали бы всех кошмарных, но имеется в виду основных кошмарных, и всех, и всю классическую. Почему здесь нет, во-первых, у классических Бонни, а у кошмарных Фредди? Хороший вопрос. И Чика, и Фокси удостоились 2 раза. Да, кстати... Или они считают, кстати, что... Или китайцы считают, что медведь и заяц это один и тот же вид. Не знаю, распаковывать его или нет на самом деле. Не надо. Ну что? Плохой знак. Если коробки... Запомните, дети, если коробки падают с небес, и в них какие-то игрушечные аниматроники, это плохой знак. Летел с неба? Что очень странно. Но тут даже, кстати, поржать не на чем пока. Пока, ключевое слово. Что-то мне как-то не хочется. Но ради вас, я на вас показываю. Я его открою. Да, если заметили, я снова переместился. Ну, не снова, как бы, я в ролике с Half-Hop, ссылочка в описании. Я тут же был, но тут, мне кажется, попроще просто будет вам смотреть. Так что я, наверное, пока вот в этом углу побуду, а дальше также зарешу. Не забывайте нажимать на что колокольчик. Это? А, это да. Колокольчик из Лего видел. Я вспомнил. И, ну, чтобы там звук был, типа. Чтобы не пропускать мои новые видео. Не попускать, так, да. Фига себе, монстр. Но на самом деле, да ладно. Fox the Pirate. А почему да, нет? Да, это Фокси. Логика! Вот здесь. Вход. Открываем. А выход где? Так. Ох, это шум, давай, блин. Фокс,
оставайся. Фоксюшкин. Вот он. Фоксюшкин. 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 Фоксюшкин укусил за ушкин. Цап-царапыч. Это тоже меня сцапал цап-царапыч. Фоксюшкин. Дыры вон. Ну так и должно быть. Дыры. Повязки. Ну, кстати, сама по себе фигурка неплохая, если честно, вот быть. Только это не воняет так ужасно. Нос. Ну, в общем, стандарты Фокси. Крюк, всякие дыры, железные ноги, железная рука. Железный это человек. Фокси, the pirate, лис. Железный лис. Такой вот лис. Желе. На форму аниматроника он пойдет. На Фокси тоже. Больше про него сказать нечего. Ну вот просто Фокси. Просто Фокси. Фокси такой он есть. Да ладно. Серьезно. Только башка слишком большая. А ты что, зазрел? Я же не верил. Хотя это у всех игроков. Нет, не верил. Какой Хасбро? Может быть, Фанко Поп? Хасбро. Блю. Я помню. У меня же типа... Я вам расскажу потом. У меня типа Блю и две черепахи. Они типа как отдельные персонажи у меня тогда были. И вот, ну, мы увидим это в процессе ролика. Блю, что такое? Ничего. Не нравится мне. Почему у нее вообще оказался меч от каменного клея? Этот Фокси the Pirate. Что ты, Блю? Он достаточно нормальный. Идеальные спецэффекты. Браво. Что? Куда он делся? Я говорит человек, который только что разобрался в монтаже, можно сказать. Говорила. Где он? Он убежал. Коробка. И обещал не возвращаться. Упаковка. А самого Фокси нет. Заметили? А, там витамишки Фокси, были. Блин, да откуда кадре? В руке взялся? А ты, может, ты его взял, чувак? Блю, стой! Поможешь, у тебя же есть меч. И что? Теперь у меня нет меча. По факту. Да стой ты. Поможешь. По факту. Уж нет. А! Блю, ты где? Минус Блю, походу. Блю. Блю. А? А? Фокси? Что происходит? Что ты собираешься сделать? You'll never spoil it. Это фразы из Ultimate Custom Night, которые я... Это я тогда вообще английский не знал. Извините меня. Я тогда английский совершенно не знал, поэтому фразы из Ultimate Custom Night я вот так озвучивал. Все, продолжаем. Я ему глаз ткнул, нифига себе. Что ты? Я... Я never spoil chance. Он кинул в меня меч. Я never spoil chance. Да хватит. Не волнуйтесь, моя камера после этого цела. Фоксюшкин, ты его нужно закрыть. Блю, ты где? Ау! Блю, что происходит? Закроем его! Яр! Sometimes you play with fire and you get burned. Вот это, кстати, я почти целиком правильно перевел. Что ты там сказал? Отойди! Это как Маша, которая тянет поезд, помните? Давай, ставь его! Яр! You'll never spoil a chance! Яр! Яр! Яр, 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 яр. Несу уже, несу. Несу уже, несу. 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 Яр. You never spoil a chance. Яр. Я его, кстати, сначала еще не в стак вставил. Яр. Это он вырвался. Да. Аккуратно. Улетел.
пошел нафиг. Какая плёна вообще в стороне лежит? Что происходит? Вот у меня такой же вопрос. О, комп горячий. Все, до свидания. Первый ролик посмотрели. Ну, почти. Почти, почти. Так, почти посмотрели меч? Первый ролик. Фух. Мы живы. Это главное. Это главное, действительно. Больше я прикасаться к аниматронику не буду. По крайней мере, к этому Фокси. Точно. Фух. Ребят, подписывайтесь. Ну ладно, мне кажется, тут дальше ничего интересного не будет. Переходим к следующему ролику. Так. Здесь у нас что? Всем. Здорово. Это Блю. И рубрика. Я еще не придумала название для рубрики. Рубрика. Необычные лего-гости. Да. Нет. А... Блю, что ты тут делаешь? Понимаешь, Ред, я просто пытаюсь заработать денег. Заработать денег? На чем? Я придумала новую рубрику «Необычные лего-гвозди». Да. Необычные лего-гвозди! Необычные лего-гвозди. Гвозди. Что за необычные лего-гвозди? Какую чушь ты несешь? Я уже пригласила... Такой же... У меня такой же вопрос ко мне, вот, который вот эти вот руки... Вот эти вот... Нет, вот эти вот руки. Первого. Это Энакин Скайуокер. Скайуокер. Скайуокер? Энакин Скайуокер? Да. Да, всем привет, и это я. Энакин, ну как, ты же стал... Одну минуточку, Артём. То есть не Артём, а Ред. Короче, тебя зовут Артём, вы же знаете об этом, да? Ну, вы знаете об этом, в принципе, по логовому каналу. Еще раз говорю, ссылочка в описании. Они знают давно. К делу. Он везет из того времени, когда он еще не был Дартом Вейдером. Но уже скоро станет. В каком-то смысле. Молодец, Блю! Блю, ты что, меня разыгрываешь? Красава, нет, Блю. Ой, какая расфокусировка идет. Ты что, зачем? Сделай фокус, чувак. О, спасибо. О каком это Дарте Вейдере вы говорите? Да так, ни о каком. В общем, расскажи нам о себе. Да, я Энакин Скайуокер. Да ладно. У меня есть прикольный микрофон. И все. Причесочка, костюмчик и костюмчик. Главное, чтобы костюмчик сидел. Вам ничего не напоминает смерть Спрингтрапа? Энакин, что с тобой? Да не знаю. Ничего не напоминает? А я говорила. Что ты говорила? Я пеку! Стоять! Я ее постоянно за хвост хватаю. Отпусти меня! Ай, Блю, ты... Она еще и кусается, зараза. Ой, ну вот, она убежала. Блю! А ну иди сюда! Не приду! Ладно, придется разбираться самому. Энакин, ты как? Да что-то не очень. Смотрите, какая незаметная подмена, совершенно незаметная. Энакин, что с тобой? По-моему, кстати, это китайский Вейдер, а нет. Это китайский Вейдер, я не вижу. Энакин? Да, это китайский Вейдер. Энакин, это китайский Вейдер. Да хватит, что же вы все мне камеру пытаетесь разнести?
Да? Все, это абсолютно. Кто? Все это Фоксюшкин и ты. Хватит, я устал. Блю, иди сюда. Не приду. Быстро, я сказал. Я в ванной. Чё ты врёшь? Не приду и не вру. Хватит беседовать. Что произошло? Это, короче, вылетел меч. Он проскакал как-то через полки и вернулся обратно. Спецэффекты. Все, минус. Минус я. Теперь я тут главный. Да, это китайский Вейдер. И сейчас я переверну это. Что это? О, мой фейс! Что происходит? Ну что? Нравится вам, да? Да, Дэдпойдер, хватит! Мы уже поняли, блин, ты мошенник настоящий. Нет. Это он типа меня душит. Своей силой. Помогите! Помогите! Не надо. Я тебя придушу. За что? Спустите! Да иду, иду! Она его проткнула? А что, так можно было? Спрашивается. А что, так можно было? Отлично, помощь. Наверное, не будем уже этот цикл роликов досматривать. Дартом Вейдером. 24 минуты мы не будем смотреть слишком долго. А вот давайте посмотрим, как у нас, что у нас всем происходит. Всем брик, с вами Red Rock Brick. 26 минут, ладно. Тот ролик с вот этими фигурками. Там Крагер, Чима, всякие другие. Так вот, сегодня... Наверное, буду это вырезать. Вторая часть, обещанная. Нет, давайте. Такой наплечник. Куала в моей жизни. Ладно, ладно. А, это обещанная вторая часть. Нет, это не то, тоже. Вот это вот самое интересное пошло. Мотор, снимаю. У меня типа было такое, что у меня было два Микки от Мегаблокс и от Лего. И сейчас типа, ну, короче, сами все смотрите. Подписчики канала Red Rock Brick. Да. Сегодня типа Донателло говорит. Долгожданный спор. Кто же останется на канале? Лего Майки. Всем привет, привет. Или Мегаблокс Майки. Мегаблокс Майки постоянно... У всех есть шанс выиграть. Это точно. А знаете, как будет решать они, кто останется на канале? По-мужски, по-настоящему, на камень, ножницы, бумага. Да, но у меня уже есть коронное место, так что... если ты проиграешь, коронное место будет мое, а ты уйдешь с канала. Да, конечно, мы все хотим, чтобы оригинальный Майки от Лего остался. Но все решит судьба. Это типа я пришел. Что вы тут устроили? Ребята, что вы тут устроили? Блю, ты что, снимаешь? Ну да. Камеру нужно держать не так. Что вы делаете? Мы хотели решить, кто из нас останется. И без тебя хотели решить. То есть вы занизили стол Блю для того, чтобы посадить за него Донни? Ну, как-то так, да. Ой. Вот с этими животными одни проблемы. С этими животными. Ладно, с этими животные. Не проблемы.
Пойду умоюсь, да. Приготовлю себе завтрак. Кофе. Как это работает? Я там только что зевнул, типа, и мне сейчас захотелось зевнуть. Как это работает-то? Где вот тут? А, вот тут. Ура, он ушел. То есть мы можем продолжать, да? Так, я пошла снова снимать. Так вот, сейчас мы решим, кто же из них останется. Они будут играть на камень, ножницы, бумага. Каменьцы, да. На каменьцы. И решим, кто из них останется. Правила просты. Есть камень, бусы. Есть ножницы, есть бумага. Камень режет бумагу, ножницы. Камень режет бумагу, ребят. Камень режет бумагу. Запомните это. Бумага заворачивает камень, камень бьет ножницы, ножницы режут бумагу. Все вы знаете. Блю, не тряси камеру. Зрителям будет плохо видно. Ладно. Зрителям будет просто плохо. Ладно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. И чудо не произошло. Это типа бумага? Это не бумага. Это кусок лего. Ха, у меня бумага, у тебя камень. Все, я остаюсь на канале. Нет, Майки, вообще-то правила были не такие, до трех побед. Ладно. Ну, камень, кстати, у меня неплохой. Вот, если взять, так сравнить. Камень, ножницы, бумага. Ножницы вообще у меня сабля. Но бумага это 2-1. А камень это прям серая голова чистая. Камень, ножницы. От... Я даже не помню от кого. Бумага. Раз, два. От сатуи вроде от какой-то. Ну, это я пришел. Так. Опять нож чешет, да что ж такое? Кто выигрывает? Никто. А что я могу остаться на канале. Но да все могут ты остаться. Не останешься. Давай заново. Камень, ножницы, бумага. Вот я удивляюсь, Дони, не жарко в пуховике летом? Я удивляюсь. Подождите. Вот Дони, не жарко в пуховике летом? Раз, два. Драматичная пауза. Три. А, это не сабля, это меч просто. Камень, ха-ха-ха. Стоп, это не... Это, подождите, это не просто... Это голова зомби. Я понял. Статуя. Счет 1-1. Блю, иди стой рядом с Донни, я снимаю. Ладно. 1-1. Это эпичный ищи батл всех времен. Камень, ножницы и бумага. Бумножницы. Раз, два. Драматическая пауза. Три. Я догадался заменить камень, неужели? Ага, у меня бумага, у тебя камень. Вот ну же, кто же из майков выиграет? Как же это камень, интересно. Бумага. Раз, два. Три. Ага. Микроволновка пищит. У меня ножницы, у тебя бумага. Финальный раунд. Кто же останется? Финальный раунд. Камень, ножницы, бумага. Раз, два. Майки, нужна твоя помощь, без тебя никак. Но нет. Я должен... Внезапно появился Раф. Ты что, снимаешь? О, нет, значит, нас все увидят. У этих черепашек постоянно руки отваливаются. Позор тому ниндзя, кого увидит. Видите, у Рафа вообще нет руки. Нам нужна твоя помощь. Нет, я хочу остаться. Подожди, дай доиграю. Я хотя бы буду знать, что я победил.
Камень, ножницы, бумага. Раз, два. Раз, два. Я сейчас усну, пока это будет происходить все. Ладно, я пошел помогать. Отлично, я остаюсь на канале. И место майки. По-моему, сейчас внимательно посмотрите на это. На говорение пока. Длительностью 6 минут. Вы меня извините. Мне снова захотелось зевнуть. Разбудили от сна. Подожди, ты же уже кофе выпил. Ты должен быть бодрячком. Кофе действует не сразу. Вот, что происходит? Видео. И... Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии. Всем удачи, всем. Удачи всем! Брик-брик! Пока! Интересно получилось. Так, сейчас проверю, запись идет или нет. Привет. Нет, судя по тому, что 20 секунд длится, значит не это. Может вот это? Всем привет. Мне кажется, тоже нет. Скорее всего, вот это, мне кажется. Ага, угу. Ой. А это что такое Всем у нас? Привет. 14 это минут, давайте, погнали. Это канал Реда. Да ладно. This is крыло страшных тайн is from DuckTales. Донни. Донни. А. Ты что орёшь посредине ночи? Пошли в крыло страшных тайн. Ты что? Ред держит его под строжайшим секретом. А мы посмотрим, что там. Ну, там, наверное, что-то, чего не должно мы смотреть. А чего? Скорее всего. Здесь что-то скрывает. Пошли, пойдем. Пошли, пойдем. Смело декораций. Это Блю спит. Ладно, пройти не могу. Я вспомнил, они сейчас Фоксина откроют. Давайте сразу к этому моменту отмотаем, где они Фоксина открывают. Five Nights at Freddy's. Нет, давайте отмотаем чуть-чуть. Еще чуть-чуть отмотаем. Во. Кажется, это то, что мы искали. Смотри. А вот Шреддер стоит внезапно. Нет, вот Шреддер стоит. Мне это, Майки. Скажи, что струсил. Давай откроем. Нет, Майки, ты что? Вдруг это что-то страшное? Написано Foxy the Pirate. Кто за Фокси? Фокси пират. А что там наверху написано? Не могу разглядеть. Там типа должно было быть темно. Там написано Five Nights at Freddy's. Ау! Это из крыла страшных тайн. Это Блю, типа. О, нет. Надеюсь, мы разбудили кого-нибудь. Так, ну давай открывать. Happy Unlimited написано. Pop Games. Подожди, давай повернем. Может, не надо вообще трогать эту коробку? Не надо. Тут тоже это будет плохо. Foxy the Pirate. Это что? О, нет, кажется, тут еще такие есть.
Но я больше здесь ничего не вижу. Только так, давайте сразу к сути. Блю их уже заметила, короче. Фига себе, Фоксян с вертухи. О, нет. По-моему, Фоксян сейчас съест Донни скоро. Если не ошибаюсь. Ред. Донни, что здесь происходит? А всё так, ничего. В порядке, Ред. Мы... Что вы наделали? Вы выпустили Фокси. А что, что-то не так? Все не так. You play with fire, and sometimes you get burned. Спасу! А, он пытался майки съесть. Да что происходит? У меня такой же вопрос. То, что происходит из-за вас. Бежим. Бедный Шреддер. Походу, Фокси единственный, который осознает, что он в шоу. Видимо, да. Раз он на камеру агрится. I come to you. Я иду за вами. Что делать? Что? Что? Прятаться? Что делать? Это мы пропустили тот момент, когда они... Ну, короче, они через гараж вошли туда. Мы открыли его. Так, давайте сразу к сути. Блю, стой! Блю. Ладно, давайте сразу к финалу. Нехтайн. Я вас найду. Кто это сказал? Шреддер. Не найду. Отличные спецэффекты. Что еще можно посмотреть? Да больше, походу, и ничего, да? Ну, наверное, только вот это вот. Ну, а, нет, это короткое очень. Ладно, наверное, будем закругляться. В следующем ролике посмотрим еще. Несколько вот таких вот видосов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, делитесь видео со своими друзьями, в своих соцсетях, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики с вебкой и не только. Подписывайтесь на влоговый канал. Всем удачи, всем ква-ква или па-ква.